Вы смотрите итоговый выпуск новостей. Общине Кошка-Ата необходимы средства на продолжение строительства дома для паломников. В этом году строительство было начато, однако из-за нехватки денег его пришлось приостановить. Для совершения паломничества в наш регион приезжают со всех уголков страны. Но, по словам представителей общественного фонда Кошкар-Ата, им негде переночевать. Сейчас представители фонда просят у неравнодушных граждан содействия для завершения строительства. Желающие помочь могут перевести средства на указанные счета. Основной источник средств общественного благотворительного фонда Кошкар-Ата – добровольные пожертвования паломников. На эти средства мы начали возведение гостевого дома, однако их не хватило, чтобы завершить работы. Строительство приостановилось, поэтому прошу всех неравнодушных людей помочь, кто чем может, реализовать наше начатое благое дело.